Всем привет! Сегодня у меня в продаже карманные часы с элементами позолоты. Называются они Джота. Буква J в звездочке, похожа на эрзаму. Циферблат эмалевый. На заводной головке также сама стоит печать Джота. Но есть небольшие дефекты. Сейчас я вам их покажу. Часики тикают, идут. Баланс четкий. Секундная стрелочка плывет. Есть сколы на стекле. Нужно новое стеклышко поставить. Ободок в позолоте. На замочке стоит клеймо. Замочек рабочий. Сзади тоже окантовочка в позолоте. Пыльник на месте. И вот, вот такой вот тут механизм. 38А/1. Баланс четкий. В общем, вот этот вот крючочек, который держит заводной вал, он не держит, требует ремонта. При заводе он просто вылетает отсюда, с этой шестереночки. В чем проблема, я не знаю. Продаю под ремонт. Выставляю сегодня вечером на аукцион Виолики. Как всегда, с 1 гривны без резерва.